Иди работай. Сколько можно людям парить мозги? Ребят, сколько я таких комментариев слышу в свой адрес? Но не забывайте, совсем недавно я была лежачей. Для меня было сложно дойти даже в туалет. Я задыхалась от того, что я дышу. И любая информация, которую я встречала про свое тело и как его исцелить, для меня была просто находкой. Именно поэтому для вас сейчас я создаю эти марафоны, где приглашаю специалистов, которым, конечно же, оплачиваю за эфирочасы, которые рассказывают вам, как исцелить ваше же тело, как с ним работать, как подтянуть определенные мышцы, чтобы определенные органы начали работать по-иному. Потому как бактерии не могут вызывать болезни. Бактерии – это санитары нашего организма, они не враги. Пьер Жак Антуан Беман это уже доказал. Соматиды могут превращаться в несколько десятков видов бактерий. Профессор Энделайн пишет о 42 стадиях соматидов, определив, на какой стадии развития находятся соматиды, можно определить, какие проблемы со здоровьем у человека. Если ты будешь бояться, организм воспримет это как угрозу смерти и начнет увеличивать количество клеток в легких. Аллопатическая медицина называет это раком легких и лечит химиотерапией. Как только человек перестает бояться, соматиды превращаются в туберкулезную бактерию и начинает поражать раковые клетки, доказано доктором Хаммером. Он излечивал в терапевтической беседе. Ребят, об этом и о многом другом мы будем с вами разговаривать на нашем марафоне, который называется «Рождение аватара». И, конечно же, для вас будет первые 3 дня абсолютно бесплатными, чтобы вы могли посмотреть, что и как там происходит. Я вас всех приглашаю. Присоединяйтесь.